по условиям конкурса на лучшую бабушку, который назывался «Леди Next», четверым претендентам предстояло принять участие в нескольких этапах – спортивном, кулинарном, творческом. Кроме этого, в фойе дворца была представлена выставка декоративно-прикладного творчества участниц. Членам жюри было сложно определить победительницу. Участницы отлично справлялись со всеми заданиями, ведь у каждой была своя группа поддержки в зале. Дети и внуки также приняли активное участие в помощи своим бабушкам. По результатам конкурса Елена Серкова победила в номинации «Золотые ручки». Любовь Шишкина стала самой творческой личностью. Людмиле Гусаровой не было равных в номинации «Здорово здоровым быть». «Леди Next 2015» стала Татьяна Рязанова. Каждой участнице вручили дипломы, цветы и ценные призы.